Чтобы познакомиться с самобытностью народов Ненецкой земли, участники арктического форума накануне отправились в семейно-родовую общину Вы. В этнографическом стойбище гости приняли участие в коми и ненецких обрядах, а также отведали блюда национальной кухни. Еще одна миссия международной встречи – сблизить между собой участников и показать важность сохранения традиций коренных народов Севера. Оленеводческое стойбище – наглядный пример того, что любовь к своей малой родине и сохранение традиций – важная часть развития региона. Гости поучаствовали в обряде поклонения солнцу, повязали ленточки на дерево желаний, отведали сырую оленину и рыбу, а также посмотрели представление на ненецком языке. Мне очень понравилось. И я благодарю за то, что меня пригласили в этот чудесный город. Благодарю за то, что мне представилась такая возможность увидеть все это своими глазами, прочувствовать. Приятно, в принципе, видеть, что это на самом деле современный город, то есть современный конгресс-центр, много зданий видно новых. И при этом, конечно, культура ненцев. Особенно сейчас фильм посмотрели «Белый ягель» в сочетании вот с этой вот с этим поселком. Очень интересно.